ТВ-РУС Плюс. Смотри лучшее на этой планете. Как настроиться на телеканал ТВ-РУС Плюс на спутнике Hotbird? Необходимо нажать на пульте управления вашего ресивера кнопку «Меню» и зайти в раздел «Установка». В этом разделе выбрать спутник Hotbird. Далее нажмите красную кнопку на пульте управления ресивера. Теперь вы увидите на экране новое окно с меню. Выбираем в этом же меню режим поиска «Все», тип программы «ТВ», режим сканирования «Автосканирование». Далее нажимаем на «Ок». Теперь ваш ресивер производит автоматический поиск всех каналов. Результат поиска может продлиться несколько минут. После завершения автопоиска на экране появятся все каналы, которые можно смотреть через спутник Hotbird. Перемещаясь по списку каналов, вы найдете телеканал ТВ-РУС Плюс. Есть способ найти телеканал ТВ-РУС Плюс быстрее. Для этого необходимо воспользоваться функцией «Поиск». Нажмите на пульте управления кнопку «Поиск» и введите название телеканала «ТВ-РУС Плюс». Далее вы увидите, что телеканал «ТВ-РУС Плюс» появился на вашем экране. Чтобы телеканал «ТВ-РУС Плюс» не затерялся в списке других каналов, вам следует добавить его в «Избранное». Нажмите на пульте управления ресивера кнопку «Меню». Далее раздел «Канал». В появившемся окне переходим на менеджер ТВ-каналов и нажимаем на белую кнопку пульта управления ресивера и добавляем телеканал ТВ-РУС Плюс в список избранных каналов, после чего нажимаем «Ок». Готово! Приятного просмотра!